Ну и, как можно догадаться, по костюмам розовая пантера. Инга Штойер. Крупным планом. Ну что, сравним это будет с розовой пантерой Татьяны Навки, Роман Костомарова. Посмотрим. Воздушный прыжок. Такое ощущение, что она сейчас туда улетит. Вернее, в высоту, вернее, не будет приземляться. Не воздушный, а безвоздушный прыжок. Комбинация из двух крайних прыжков. Робин чуть-чуть на втором прыжке. На выезде коснулся ногой. Сложный, дорогой Тодос. Да, левой назад, рукой. Назад наружу. И вывел левой рукой партнерши из Тодос. Тоже очень сложно. Ох, Алена! Вот это да! На простом вращении. Алена, она уже не может строиться. Она просто не может. Ну а как она встроится? У нее хода нету. Только дождавшись, пока Робин доделает вращение, затем по музыкальному такту. Дальше хореографом поставлю движение, соответствующее этому моменту. Мольбе. Да, ну, извини, но так бывает. Да, или верни вращение, повторюсь, сделай его лучше намного. Ну что сделать уже? То, что было, оно есть. Досадная ошибка.
Но все равно, конечно, восхитительное выступление, несмотря на тот сбой, который произошел в параллельном вращении. Сейчас они говорят, да ладно, все бывает, а что ты? Это...